Итак, всем привет, дорогие друзья, с вами снова Эдисон. Мы продолжаем играть в Майнкрафт с модом Пиксельмон. И, ребят, сейчас мы дальше пойдем прокачивать нашу команду, но сначала давайте возьмем пару темок, которые можно изучить нашим покемонам. Я хотел взять вот Фламтровер, ну да, и Energy Ball, если у нас, да, как раз. Ну, потом вот эти темки, ребята, может, мы поставим за продажу, потому что они, в принципе, как раз такие нормальные. Ice Beam у нас две штуки есть. Кому бы, не знаю, War Turtle может изучить. Или кому-то там. Ладно, пока что не нужно, то есть, пускай пока что будет вот так. Сюда мы что-то можем поставить. Вот это. Сюда давайте быстренько. Вот это. И вроде все. Так, сейчас сюда мы давайте хлам быстренько поскладываем, извиняюсь. Так, сюда вот так, сюда еще вот так. Айс, ну, в принципе, я знаю. Сейчас, ребята. Я не знаю, ребята, давайте уже, может, другой орб возьмем. То есть, почему бы и не... Давайте сразу два возьмем. И сразу же возьмем тогда... Thunderstone. У нас одна штука осталась, ни хрена себе. Нужно было поменьше продавать. Хотя, в принципе, один у нас есть для Иви, поэтому нормально. Thunder и Water, да? Да, я не знаю, давайте для Забдуса. Да. А там у нас есть один. Ну ладно, поставим его обратно. Так, сейчас этот сюда поставим. И в принципе, нормально. Пошли мы, ребята, дальше. Так, тогда пока что не будем идти, так как... Опять, заразы, натоптали. Натоптали, заразы. Это соберем. Так. Ну да, это же быстрая кирка у нас. Так, вот. И сейчас до них... Вот, вот голодный. Тогда пахаю вот это, чтобы сырую не жрать. Так. Отлично. Сейчас. Сейчас морковку. Так. Вот так. И тут натоптали. И вот так. Угу. Сейчас мы это быстренько, ребята, все соберем. В принципе, еды у нас и так много, но... Зачем-то у нас тут тогда есть, да, вот эта ферма. Собирать же нужно, когда она вот это растет. Так, вот так. Сейчас давайте-ка мы бежим. Куда бы нам побежать, ребята? Я не знаю, давайте... А, точно, давайте-ка мы изучим... А, и вот это я забыл, да? Поставить. Сюда. Пигнайт, иди-ка ты сюда. Вот так, давай вместо вот этого. Отлично. И Сервайну Energy Ball вместо вот этого. А вот сейчас вообще офигенно будет. Так, быстренько мы поставим вот это все на пережарку. Это сюда. Это сюда, это тоже сюда. Отлично. Так, это тогда сюда. Это я не знаю. Хотя... Давайте-ка мы домой бежим, быстренько поспим. И, ребята, летим мы дальше. Или даже не летим, а просто тпхнемся на наш остров, на прокачку. Так, вот давайте-ка мы еще гипно убьем. Его мы, по идее, должны убить. Вот этой атакой... Хотя нет, вот этой. Ну, ладно. Нет, Сервайна мы еще не убьем, мне так кажется. Вот какой-то сильный гипно попался. Тех, что на острове, мы как-то очень быстро даже убивали. Но Тропиуса он не так быстро убьет. Отлично. Ни хрена себе, сколько Тропиусу опыта пошло. Так. Быстренько поспим и топаем, ребята, на остров, так как Пигнайт еще, в принципе, осталось прокачать, ну, пару уровней практически. Потом, я не знаю, не будем мы его сразу же прокачивать до 60 уровня, а потом остальных. Хотя,
Хотя фиг его знает. Ребят, посмотрим, как мы их будем прокачивать. Какая там, какие координаты. 840, минус 840, 1412. Минус 840, 65, 1412. Во, вообще отлично. Так. Вот тебя мы сейчас убьем. 100%. Да. Так. У, ни хрена себе, я там взрыва слышал. Или мне показалось? А, вот она. Ну ладно, ты у нас уже есть, поэтому как-то... Как-то, знаете, все рано. То есть, у нас же есть Зуруа. В принципе, наверное, потом мы ее и возьмем в следующую команду, может. Хотя в следующей не знаю, но посмотрим, ребята. Так. Ты-ка давай или взрывайся там, или что. Вот, отлично. Так, пигнать. 35-й, только что был 34-й, уже 35-й. Ну, он действительно быстро очень прокачивается, и к тому Lucky Edge, это вообще действительно быстро. О, вот это нормально, давайте-ка вместо этого, наверное, так, вылечимся. И давайте-ка сюда, ну вот этих 14-х, нет, 45-х точно нет. А вот 19-х еще тоже можно поубивать немного. В 6-х, я не знаю, есть ли смысл. Так, ты какой, 20-й, 20-й, в принципе, тоже можно. 22-х тоже можно. Почти. Почти. Вот, отлично. 17-х тоже. А тебя что, у нас даже нету? Ультрабол. 17-й уровень, у нас его даже нету. Я же помню, мы его ловили. А кого мы на острове ловили? Хрен его знает, ребята. Я честно не помню, ловили мы ли мы его. Рискованный... Нет, это не рискованный пигнайт пока что. Фиг его знает. Потом посмотрим. Так, этих нет. 15-е можно. Как раз нормальные. 21-е. Я не знаю, тебя нормально мы уже сможем. Да. Уже и краби мы, ребята, нормально сможем убивать эмбуаром. Не эмбуаром, а пигнайтом. Ну, в принципе, он уже сейчас эмбуар будет. Ух, 44-й. Если мы тебя убьем, это вообще офигенно будет. Он сразу там 37-м где-то станет, мне так кажется. 3000 опыта почти что. Нет, 36-й. Так, это тогда я даже не знаю, что бы. Вот, вот сейчас эмбуар, ребята. Вообще отлично. О, я забыл опять Риолу выпустить. Ну, сейчас мы выпустим. Давай. Пигнайт. Вот, в принципе, мы его уже охрененно как прокачали. Так, 36 уровень. А почему опять пишет пигнайт, а там эмбар? Ну, потом, наверное, поменяется. Так. Сейчас, ребята, в этой серии я не знаю, сколько мы ему сможем прокачать. А, точно, сейчас, что я еще забыл. Так, это тогда сюда, этот орб. Вот. Да он уже, в принципе, начал прокачиваться, вроде даже в инвентаре. 359. Самурод. Сейчас попробуем. Он уже там начал прокачиваться, ну давайте... у нас там будет. Так, нормально тоже. Опять? Так мы же это только что... 350... Ладно, пускай вот тут будет. Давайте дальше. 38 уже уровень. Эмбор. Так, вот в принципе сейчас уже даже 40-х можно убивать. О, у нас 38 уровень. Уже потянет, можно и так сказать. Так. Отлично. Его мы, наверное, ребята, прокачаем где-то к 40. Ну, фиг его знает, если честно, точно к какому. Но где-то к 45-му. А, после этого, наверное, все-таки мы уже начнем, я не знаю. Стайви прокачивать с Energy Ball'ом, мне кажется, тоже нормально будет. Так, о, нормально опыта дала. О, опять забыл. Так, Риолу, ты погуляй.
Погуляй, 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 а мы пока будем потихонечку прокачивать эмбуара. Так, отлично. Так, сколько у нас там? 359. Ну, нормально. То есть, сейчас, в принципе, нам это уже не так и важно. То есть, орб, да, есть у нас, да, мы его можем прокачать, но... То есть, в принципе, он нам не так уж и сильно пока что сейчас нужен, так как мы еще даже первый оп не, орб не, испор, не использовали, можно и так сказать. А уже взялись еще один прокачивать, поэтому... Вот сейчас, ребята, мы уже даже кингеров выносить будем. Из-за кингеров до хрена опыта идет. Поэтому, смотрите, мы уже даже их выносим. 30-х уровней... Отлично. Вот сейчас мы уже и кингеров будем... Кинглеры. Ну, да. Там не очень много жизни у нас было. Так. Вот. Вылечим. Иди дальше, гуляй. Эмбуар, ребята, 40-й уровень. Уже. Уже. Сейчас, смотрите, мы только вот этих поубиваем. Сколько за них опыта идет? Сейчас. Сейчас посмотрим, сколько за 33. Ни хрена себе, по полуровня практически. Это, в принципе, нормально, по полуровня это до хрена, можно даже сказать. А вот этих, я не знаю, сможем ли мы их убивать, сейчас посмотрим. А, убили. Или это мы не того, нет, это мы не того убили. И опять не того же. Я что-то как-то даже не знаю, ребята, сможем ли мы убить, но как-то сейчас не очень хочется. 45-е, они очень жирные такие, поэтому я даже не знаю. Вот, кингеров нормально, они, в принципе... Под 40-й, то есть 35-й уровень, но их мы уже сможем убивать. Только посмотрите, сколько вообще этому эмбуару идет опыта. Остальным идет по 500, ему по 2000. Так, вылечим. Так, пропали. Что-то выкинуло, нафиг его знает, ладно. Дальше, ребята. Дальше мы быстренько прокачиваем. Вот что мне кажется, ребята, что мне кажется... Но вот эту команду мы как-то очень быстро прокачаем. Так как я узнал, что если поодиночке прокачивать, то это действительно намного быстрее получается. Ладно. На Бластоиза, мне кажется, зря я напал. 43 уровень все-таки. Я огненным напал против Бластоиза, но все-таки Тропиус его убьет. Так. Вылечим сейчас. Опять Риолу, давай-ка ты погуляй. Нет, Бластоис, сейчас уже не будем мы на тебя нападать. Лучше мы на кингеров. А вот эти 44 уровни. Мы их сможем поубивать и за них охренеть, сколько опыта идет, ребята. 41-й, смотрите. 41-й уровень. Сейчас. 41-й. А вот за того кингера что-то не дало как-то опыт, как я заметил. Ну что в этом роде, то есть как было у нас вот... показано, только и осталось. И опять не дала. Опять опыт не дала. А, это походу опять заглючило. Да, опять заглючило. Нет, ребята, это все равно, что я буду прокачивать после того, как я перезайду. Вот этот весь опыт пропадет, поэтому нужно полностью с игры, ну, перезайти сейчас. Так, ну сейчас я не знаю, ребята. Сейчас давайте-ка мы быстренько как раз проверим, потому что хорошо, что вообще заметил так, что опять вот этот баг, хотя бы сейчас, то есть не тогда, когда мы, да, сейчас уже нормально, не тогда, когда мы уже прокачали бы ему кучу уровней, а вот сейчас, потому что тогда тоже такая хрень же была с тем же самуротом, да, когда он заглючил, а вот нет, вот этих 45-х уровней мы еще никак не убьем. А, как тогда с теми самуротами. И с самуротом было, и, в принципе, потом вся команда заглючила, можно и так сказать. Тогда, когда я перешел, вот тот все опыт, что мы набили... Короче, заглючило и все, и опыт не качался. Даже жизни не снимались, мы убивали покемонов, но... Опыт с них шел и все такое, но как бы нашим покемонам не добавлялись. Поэтому опыт не добавлялся и даже жизни у них не отбиралось. То есть они как бы бессмертные, можно сказать, были наши покемоны. Я сначала думал, ни хрена себе залагало, наши покемоны бессмертные и атаки у них тоже не пропадают, да, сколько бы ты ни использовал. Но залагало, поэтому...
тоже нужно смотреть, чтобы этот гипно, давай-ка ты без вот этих. Отлично. Так. Фух, 42-й уровень. Уже, ребята. Уже наш имбуар 42-й уровень. Это, в принципе, реально охренеть, как много, можно сказать. То есть мы ему действительно очень быстро прокачали. Так, Глум, иди-ка... Нет, не туда, а иди-ка ты... сюда. Во, 40-й уровень. Отлично. И тебя, Арбок. Вот сейчас таких мы уже можем убивать. Смотрите, практически с одного удара мы их убиваем. Вот тех 45-х уровней, конечно, мы еще не убиваем, но все же. Они пожирнее намного будут. Поэтому их нужно потом, я не знаю, потом как-то убивать. Сейчас еще мы не можем. О, 47-й уровень, Глум. Ну, Глум, это уже такое, знаешь, тебя мы уже сможем убить. Так. В принципе, таких тоже, можно сказать, нужно убивать, так как мы орб прокачиваем, можно и так сказать. Но, ну, как бы у нас уже не очень нужен сейчас, но все же, пускай. Так, 27-й. 27-й, 12-й. То есть, ладно, будем-ка мы всех убивать, что тут такое. Выиграть, так. Смотрите, у нас уже 311 в арбу. То есть, охренеть, мы ему уже нормально прокачали, можно и так сказать. Эмбар 43-й. Сейчас уже 44-й будет. После этого не знаю. Нет, это еще нет. Но все же. Я не знаю, ребята, давайте просто поставим тоже такое. Давайте мы его прокачаем к 45-му. После 45-го мы уже прокачиваем покемонов вот так. Другого какого-то берем. Потому что, в принципе, как раз после 45-го нормально. Если у нас первый будет 45-й, да, например, первый покемон 45-й уровень, то мы уже берем прокачивать второго покемона. Потом, когда второй покемон 45-й, берем третьего. И тогда, когда пятый покемон уже будет 45-м, мы берем шестого покемона прокачивать. И когда мы всех прокачаем покемонов к 45-му уровню, то тот покемон, первый наш покемон, который был 45-м уровнем, уже где-то будет 55-м. Поэтому намного меньше раркенди, мне кажется, нужно будет использовать. Так, давайте вылечим. Вот как раз сейчас, смотрите, еще вот этого. И потом, может, еще парочку. Да, еще парочку. Да даже вот этих. 20-й. Нет, еще не 45-й. Так. 23-й сейчас мы, хотя, в принципе, вот это тоже можно убить. Так, 45-й. Все, ребята, наш эмбуар уже 45-й уровень, и это за 2 серии, можно и так сказать. Так, все, берем лакетч, берем... Опять Ореолу забыл. Ладно. Берем экспешер, сейчас на него надеваем. И сейчас, ребята, мы будем прокачивать... Сервайна! Сколько у тебя вообще? 24? Да, конечно, немного, но... Вот сейчас с Сервайном, в принципе, поаккуратнее нужно, потому что он не 40-й уровень, как уже Эмбуар. Но все же, мне кажется, тоже нормально справится, так как Лакей... А вот этот Energy Ball у нас есть. 34-го я не знаю, но давайте попробуем. Убьем, конечно, убьем. Так. Сейчас вот этих тоже можно перебить. Так, давай, отлично. Вылечим. А вот гипно, я не знаю, сможем ли мы Сервайном убить. Ух, нет, не сможем. Зато Эмбуаром сможем. Эмбуар сейчас нас прокачивать тоже будет. Так, это чё? С Energy Ball, нет. Вот это давайте. Так. Вылечим. Вот таких, в принципе, 50-х уровень. Да, конечно, мы 30-м не сможем убить, мне так кажется. Хотя, если сможем, ему охренеть, как много опыта пойдет, ребята. 4000 это хрена.
Ему сразу один уровень, да, удало, ребята, практически 1,5 уровень. Поэтому нормально. Так. Вот так. И дальше. Сервань 33 уровень. Так. Давай-ка ты... Вот, отлично. Ну, харе уже. Повторять уже, уже, если честно, бесит немного. Эволюционируй ты уже, пожалуйста. Давай. Ладно, давайте эмбуаром. Вот, отлично. Прокачайся ты уже, пожалуйста. 34 уровень. Так, ну вот, гипно как раз. Небольшой такой. В принципе, убьем. Давай, давай, как раз какой он там будет. 34-й. Почти 35-й, ни хрена себе за одного покемона. Так, 35-й, ребят. Фух, вот этого я не знаю. Этого не сможем мы убить сервайном. Поэтому... Охренеть, мы даже эмбаром не сможем его убить. Ну да, это же гипно, в принципе, 50 уровень, это реально до хрена. Так, ладно, иди-ка ты пока что. Тебя мы еще не сможем убить. Тебя тоже. Тебя сможем. Еще нормально так ему осталось. То есть, ну как, еще уровень, да, и по идее он уже должен эволюционировать, Сервайн. Зороарк. Давайте попробуем. Убьем, убьем. Убьем. Так, вот. Вот. Вот, ребята, еще одна третья эволюция. Сервайну. Просто Лакетч это реально, смотрите, ему дает практически по 3000 опыта, в то время как остальным по 500 опыта. Это как бы с экспешером, но все же. Разница большая, можно и так сказать. Длинный. Ху, вот, ребята, Серпериор, третья эволюция. Так. Сейчас, в принципе, еще быстрее кач пойдет, то есть сейчас еще быстрее мы будем прокачивать. Так, и вот так. А вот сейчас гипно, я не знаю. Нет, он нас усыпил опять, хотя, нет, опять усыпил. Вот зараза. О, убили. 4000 опыта, офигеть. Уже, уже 37 уровень. Только что эволюционировал, был как. Был каким. Заговариваюсь, извиняюсь, ребята. Был каким там? 36 уровнем. Уже 38. Офигеть, как два уровня быстро прокачались. Если нормально, то сейчас. Этих я не знаю, по сути дела. Да, их мы уже тоже можем убивать. Это как бы Сервайн, да, поэтому. Их мы уже сможем убивать, как раз против травяной, против водного, как раз, в принципе, мне кажется, более-менее так нормально. Вот этого не убьем, то есть у нас и жизни мало, да. Еще хилится, зараза. Так, убили, отлично. Так. Вылечим. Если нормально, ребята, то в этой серии мы еще даже Сервайна прокачаем уже 45-м уж, и уже начнем, я не знаю, Вартортла прокачивать. Нет, у нас же Иви, точно. У нас же Иви 33 уровень, еще ему 2 уровня, ребята, и мы уже эволюционируем Шайни Иви в Желтеона. А про Иви я чуть не забыл, ребята. Про Иви я чуть не забыл. Так, поэтому, ребята, с следующего мы, наверное, все-таки Иви будем прокачивать. Только нужно как можно быстрее ее эволюционировать, и еще 2 уровня осталось. Еще 2 уровня. Как раз вот тут заспавнил, есть такие большие уровни, как раз нормально. Офигеть, Серпериор уже 42 уровень. О, как раз босик. Босик, босик, босик. Если Риолу не убьет, не убьет, значит Серпериор. А, опять Риолу забыл вызвать.
Ну ладно. Так. Рёл, иди опять гуляй. Так. Сейчас этого убьем. Это, в принципе, тоже можно. Сейчас я посмотрю, сколько ребят у нас уже... 259. Охренеть. Уже. Ну... Во. Ух, ну тебя я не знаю, сможем ли мы убить. Сейчас посмотрим. Нет. Вы? Иви. Я не знаю. Давай. Нет. Да, тогда ладно, эмбуаром. Как, ну, в принципе, зато Иви уровень даст. Даст. Хотя, что, даже эмбуаром не сможем. Риолу. Твою ж, ладно. Тропиус. А, Тропиусом. Отлично. Так. Риолу, опять иди. Гуляй сейчас, сколько уже там? 31? Ладно, я как бы всегда забываю ее вызвать, поэтому нормально. Серпериор 42. По пол уровня за одного вот этого большого дает, как бы, нам по пол уровня за какого-то покемона 40 уровня. Вот смотрите, 43-й, и там может 5%, 43-й и 60%. Офигеть. Реально много опыта дает, очень много. Уж 44-й. Гигадрейн, вот так. Так. Отлично, тебя. Отлично. Серпериор, ты вообще рубишь на этом острове. Еще тобой быстрее прокачивается, чем эмбуар. Ну, как бы понятно, да, эмбуар же против водных. Ну, понятно, да, но... Все же... Вообще офигенно серпериором прокачиваться. Все? Нет, не все. Ладно. Еще, да, в принципе, вот, еще одного убьем и все. И вот так. 45-й. Эмбуар в то время уже 47-й. Смотри, давайте сейчас еще один уровень прокачаем. Нет, не вот этого, а вот этого. 46-й уже, ребята, смотрите, сейчас. 46-й. Кто тут еще есть, какие-то большие уровни? Вот. 46-й. Сейчас Иви. Давайте тогда Иви. Как раз вот сейчас Иви уровень даст. Даст. И мы ее уже прокачаем. Нет. А, да, все, она уже 45-й уровень. Еще один уровень серперу прокачаем. Еще один. То есть к 40 какому там? К 47-му. Все. Эмбуар 47-й, Серперио 47-й, Иви 40. Иви 36-й. Прокачиваем Иви, ребята. Точнее, не прокачиваем, а эволюционируем. Сейчас у нас шанс желтый он будет. Посмотрим, какой он. Я вроде знаю, но... Ладно, посмотрим. Офигеть, ребята. Вот сейчас с этой командой мы просто очень быстро как-то прокачаемся, мне так кажется. На этом острове это вообще охренеть как быстро. Вот, да. Зеленый. Так. О, тебя у нас нету. Какой у нас там? Сейчас, давайте возьмем... А, эмбуар. Тогда давайте попробуем левелболом. Вот. Минуна, мы словили, сейчас как раз плюс нормально будет. Если словим, да, отлично. Ох, вижу, ты очень сильно на нас хотел напасть. Желтый он, ребята, вот он. На тебя бы какую атаку изучить? Тандер, да, и Тандерболт. Как раз, наверное, ребята, все-таки сделаем и магазин, чтобы еще быстрее прокачиваться. И это вообще офигенно будет. Потому что, в принципе, сейчас у нас даже атак никаких нету, смотрите. Как мы вообще сможем убить? Ну, Серпериор тут вообще охрененно как рубит. О, Вартортл эволюционирует. Давай Бластойз. Как раз нормально. Или Бластойза. Хотя фиг его знает. А Бластойза, в принципе, тоже какие-то атаки нормальные нужны, мне так кажется, потому что у нас не очень такие есть. Хотя давайте сейчас попробуем. Давайте попробуем убить одного покемона Бластойзом какого-то,
ну, не прям большого, давайте хотя бы 27 уровня. Ну, не прям очень сильный, да, но... А вот этого, 34-го... Ну, говорю, не скажу, что он очень сильный. То есть, я не знаю, может ему тот же Ice Beam изучить, и как раз нормально будет, вообще валить будет. Потому что вот так, мне кажется, он не очень потянет. Вот. Так. Сколько там у тебя уже? 49. Но нужно тебе гулять. У нас, ребята, уже 63 уровень. Охренеть просто. Так, Желтеон. Тогда давайте Желтеону сейчас это поставим. А это вот так. Так, домой. Отлично. Давайте изучим. Ну, давайте посмотрим, как я знаю. Давайте один Ice Beam возьмем. Thunder. Solar Beam нам нет. Thunder. Thunder, в принципе, тоже. Нет, нам нужен Thunderbolt. Его у нас нету. Давайте, ребята, согласны. Хотя... Мне кажется, как раз покупать ТМК по 5 алмазов, мне кажется, это как раз нормально будет. То есть не очень много, не очень мало, и, в принципе, как раз нормально. Ice Beam, ну, в принципе, мне кажется, нормально будет для Бластойза. Сейчас. Давайте тогда возьмем 5 вот этих. Пойдем продадим. Может, прямо сейчас уже сделать вот этот магазин? Или потом? А фиг его знает. Потом, наверное, ребята, сделаю вот этот магазин. И как раз, если мы там темки будем покупать, то это вообще офигенно. Как можно... Как быстро мы будем прокачивать покемонов, ребята. Это очень быстро получается. 43-й осталось прокачать 13 уровней Эмбуару. 43-й Серперу осталось прокачать 13 уровней. Остальным осталось прокачать по 24 уровня. Но Риолу осталось прокачать еще 29, но как бы Риолу мы еще даже не прокачивали. Поэтому вообще нормально. То есть Риолу мы еще даже не прокачивали. Мы его, наверное, все-таки эволюционируем там. Хотя фиг его знает. Наверное, все-таки Риолу мы эволюционируем где-то приблизительно на 40-м уровне. И как раз будет нормально. Так, Сивадл, иди-ка ты сюда. Ух, ни хрена себе. Ладно, Эмбуар, давай ты. О, другое дело. Так, ни хрена себе, это у нас еще нет. Сворс, да? Так. Риолу тогда... Хотя нет, это тогда еще не будем прокачивать ее. Пускай она бегает, в принципе. Пускай она за нами бегает, да? А мы пойдем, ребята, продадим вот это, купим себе, вот тут нужно, я не знаю, какой-то хрен его знает, подъемчик уже сделать, а то что-то никак не могу сделать вот тут хотя бы. Так. Риолу, ты бегай там, во. 31-й. По сути дела, да, Шайни, как бы, Желтеон, он не скажу, что сможет кого-то убивать. Ну, то, что у него даже атак нормальных нету, если Тандерболт ему изучить, то... О, вот, первая нормальная атака. Давайте, я не знаю, вот это. Тут еще один есть. Ну, более-менее, так. Ладно, Риолу потом погуляешь. Так, шапочки, вот они, да, это мы продадим. И купим, что я хотел себе купить? А, вот, точно атаку я хоть хотел себе купить. Тогда 5 алмазов мы отдаем и берем Thunderbolt, вот, отлично. То есть, 5 алмазов, то есть, ладно, ребята, это более-менее так нормально, мне кажется. Не очень много, но и не очень мало. То есть, 5 алмазов, это каких-то 5 шмоток разных. То есть более-менее так нормально. Итак, ребята, у нас, можно сказать, нормально так шапок. Если мы их продадим, то у нас будет нормально алмазов. А куда нам их девать? А если нам что-то пригодится, а у нас этого нету?
то нам это как-то нужно добыть, но... Например, у нас этого нету, но нам это очень нужно, как, так как, например, вот сейчас какие-то там атаки, да, то есть тот же Thunderbolt нам нужен был и все такое, но у нас не было. А как нам это достать? То есть у нас этого нету, но нам это нужно как-то достать. Как мы это достанем? Или будем выбивать, пока не выпадет, или... Или, в принципе, вообще никак. Но мы можем взять те вещи, которых у нас до хрена, и просто-напросто их продать, вот, как мы сейчас делаем, и за них купить себе... И за них купить себе то, что нам нужно. То есть те вещи, которые нам нужны, но у нас их нет. В принципе, мне кажется, ребята, это нормально будет. Это у нас кто? Блум, вот как раз нормально. Это, в принципе, нормально. Поэтому, наверное, так и сделаем. Тот же будем прокупать те же... Будем прокупать. Я не знаю, что я хотел сказать. Хотел сказать продавать, потом покупать. И получилось прокупать. Так, Желтеон, давай ты. Риолу, давай ты. Твою мать. Так, отлично. Где оно? Вот так. И давайте домой, ребята. Это все сейчас поскладываем. И, наверное, на этом можно уже закончить. Серия, охренеть, долгая. То есть, реально, серии уже сейчас долгие такие. Потому что, в принципе, вот когда мы так прокачиваем намного быстрее, то и намного интереснее, мне так кажется. Потому что вот так заиграешься, да, и не заметишь, можно и так сказать. Потому что... Действительно, быстро вот это все прокачивается, если вот так прокачивать. По одному покемону вот это действительно намного все быстрее получается. Что еще можно положить? Сюда уже больше ни хрена. Сюда нет, Thunderbolt нет. Вот это можно. И вот это можно. Ай. Так, хлам. Хлам. Вот так, вот так, вот так. И сюда вот так, и вот так. Отлично. Фу. Так, сейчас, ребят, давайте вылечим. Изучим. Нет, не тебе, а Желтеону. Thunderbolt. Вот это. И все, ребята, на этом давайте заканчиваем вот эту серию. У нас действительно очень быстро так покемоны прокачиваются. Если так еще, в принципе, немного покачаем, то это вообще охренеть, как можно быстро будет. Мы прокачаем всех покемонов. В принципе, ребята, не забываем, что чем больше лайков наберем, тем быстрее выйдет новая серия. Ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал. Всем за просмотр, всем удачи и всем пока.